Они владеют мастерством новуса, шаффлборда и бочи. В Ханты-Мансийске стартовал фестиваль спорта «Дети Югры». В нем принимают участие воспитанники реабилитационных центров региона. Здесь юные югорчане с ограниченными возможностями здоровья соревнуются в настольных играх. Так, например, шаффлборд и новус – это нечто вроде мини-бильярда. Эти игры созданы специально для особенных людей. А еще дети показывают мастерство меткости в дартсе. Такие соревнования проходят в окружной столице уже 8-й год подряд. В этот раз сюда приехали 50 юных спортсменов из 9 муниципалитетов округа. Фестиваль посвятили году семьи. Это настольные игры вот именно для ребят с инвалидностью, которые могут непосредственно играть, несмотря на свои поражения. Представляет собой это такой мини-бильярд, да, то есть когда также в лузы загоняются кием фишки. А вторая – это кто дальше и точнее попадет по накатыванию специального такого, как мяча. Сложности подготовки к соревнованиям в том, что дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, то есть при таких видах спорта, как дартс, нужно устойчивость проявлять, сноровку, меткость. То есть не все детки тоже могут правильно стоять.